Привет, братцы рыбаки. Небольшой от меня сейчас вам будет лайфхак. А именно я сейчас покажу, как очень легко, без чьей-либо помощи, намотать леску на шпулю, без всяких приспособлений. Для этого потребуется сама лишь леска и какая-нибудь толстая книга. То есть для начала надо зафиксировать леску на шпульке. Делается это очень просто. Вот так вот два оборота на руку. И потом краешек на несколько раз через вот таких вот две петли пропускаете. Дальше одну снимаете и подтягиваете. Получается вот такая вот удавочка. Лишняя. Вырезаем, накидываем и затягиваем. Вот, зафиксировали. Дальше открываем книгу и пропускаем леску через страницы. И закрываем. Это будет натяжка. Смотрите, чтобы леска шла именно к корочке, разматываясь. Так она будет упираться. Вот и все. То есть, если сильно тяжело, надо сделать просто меньше страниц. То есть, скажем так, ослабить натяжение. Без всяких лишних прибамбасов, спокойненько и быстренько перематывается леска на саму шпулю. Как вы можете убедиться, она никуда не убегает. Готовлюсь завтра на рыбалку, поэтому я решил вам показать очень простой способ намотки. Вот и все. Буквально одна минута. Шпулька полностью заполнена леской. Все аккуратненько. Теперь ее зафиксирую. Вот как-то так.